субботу в Самарской области солнечно и без осадков. 14-16 градусов тепла днем, ночью 7-9 выше 0. Северо-восточный ветер 2-4, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 15, ночью плюс 9. Северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем 15 с плюсом, ночью 8 выше 0, северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 15, ночью 7 с плюсом, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.